Знакомство с промышленностью региона нужно начинать еще со школы. Региональный штаб ОНФ второй год подряд проводит акцию «Неделя в профессии». Учащихся средней и старшей школы приглашают на передовые ивановские предприятия, рассказывают о специфике работы. Сейчас не всегда модно быть юристом-экономистом. Ребята действительно стараются и получать рабочие специальности. Этот проект направлен и на популяризацию инженерных и рабочих специальностей в том числе. И ребята думают, что это производство старое, грязное и так далее. На самом деле задача здесь показать современное производство, показать возможности, показать карьерный рост, что греха таить. Ребята задают вопросы и о зарплатах, и о социальных каких-то выгодах здесь. То есть ребята смотрят и примеряют на себя ту или иную профессию. Компания «Раумпрофи», которая производит лакокрасочные материалы, ребятам предложили примерить на себя профессию колориста. В исследовательской лаборатории можно смешать различные краски и получить неповторимый оттенок, а после испытать его в специальной покрасочной камере. Наше предприятие занимается разработкой лакокрасочных материалов, в том числе акцент делается на антикоррозионные материалы и материалы специального назначения. Последние разработки – это разработки в области огнезащиты, в области нефтегаза. Визиты на такие передовые предприятия помогают развеять миф о том, что условия труда у людей рабочих профессий всегда на низком уровне. Ребят, которых производство заинтересовало, в будущем приглашают на практику, а если все понравится, то и на работу. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.